Друг мой, что же наше тело? Расскажи мне. А наше тело – это космический корабль с сотнями радаров, которые посылают в мозг сигналы и импульсы. Со временем восприимчивость притупляется, и пилот перестает принимать их, засыпает. Действуя на автомате, мы сидим, не чувствуя стула, едим, не ощущая вкуса пищи, проживаем день и не можем вспомнить, чем он запомнился? Биозомби. Наше внимание поглощено чем-нибудь интересным. Телефоном, фильмом, собственными мыслями. Времени на то, чтобы прислушиваться к собственному живому телу не остается. В итоге контакт прерывается. Это приводит к тому, что тревожные симптомы мы не замечаем. И не всегда, и не сразу. Зато потом недоумеваем, почему же мы не сумели договориться со своим организмом. Как наладить контакт? С телом. С телом. Чтобы убедиться, что тело еще живо и помнит, что такое страх, эйфория, боль, мы начинаем искать острых ощущений. И в ход идут аттракционы с мертвой петлей, гонки на высоких скоростях, перец чили в привычном блюде. Это, ребята, говорит о том, как только контакт с нашим телом ослабевает, нам необходимы более сильные эйфоретики, да, развлечения, симуляторы, и да, так далее. И вот на этой надстройке строится вообще все общество в управлении, так скажем. Делают специально самые интересные развлечения все круче и круче и круче, короче. На этом всем зарабатываются большие бабки. Индустрия развлечений. Да, и вы как зомби постоянно находитесь в этой системе, ее кормите. Вот, ребят, если вы практикуете медитацию, да, вы понимаете, насколько вы становитесь вне системы. Развивайтесь, медитируйте. Мы продолжим. На самом деле медитация – это своя система. Ты задаешь свой ритм там, дыхания и направление мыслей, тем самым прописываешь биооболочку. Нет ничего сверх такого естественного. Просто важно разбираться в природе веществ, а не в стадный рефлекс, когда все «смотри, горит» и туда бегут. А на самом деле как бы надо чувствовать, где эта вспышка, где источник событий. Источник событий – вот он. Так, и душу каждого. Продолжаем про тело. Но есть более гуманный метод. Заново научить свой мозг получать радость от обыкновенных вещей, происходящих здесь и сейчас. Запаха дождя или прикосновения мягкой простыни. И в этом тебе поможет медитация. Медитируя, старайся сконцентрироваться на физических ощущениях. Почувствуй ступни, стоящие на полу, кисти, которые лежат на коленях, спину, которая, скорее всего, сложно держать прямую осанку так долго. Прислушайся к каждой части в отдельности. Может быть, что-то болит или беспокоит, или наоборот, работает прекрасно. Ты узнаешь в своем теле много нового, если начнешь задавать ему вопросы. Практика. Все, хочу йогу делать. Вот и уже еще проснулся. Раз практика. Ты смотри, этот охранник вообще реально там у него новый пост, он оттуда так ответственно всех гоняет. Друзья, посмотрите, вот наглядный пример, как шаблон, в который мы можем поверить, может тебя заставлять действовать и быть твоим смыслом. Вот, просто человек на посту. Для вас может быть обыденное дело, но я когда такие вижу схемы поведения, мотиваторы, мне вообще так смешно становится. Забавно. Прикольно очень.